Так, друзья, всем привет. У нас неожиданный стримчик. Турнир между СПЛем и Ангелом. Играем. Было 5, то есть за 3 побед. Ну и как вы уже, наверное, поняли, по всему увиденному, у нас Шоквейв. Так, с один supply здесь, другой здесь, и военный завод делает спель. Ангел играет за демогла. Спель у нас СВГ. Жесткие вообще подрывники. Ох-ох-ох. Так, первая стычка. Дозером давит раба СПЛ. Все у него, в принципе, неплохо. Ага, с подрывом делает подрывчик, то есть дозера. И еще на суплай. Ну, по-моему, 3 хватает на самом деле, нет? Нет. Последний дозер под угрозой. Какая наглая норочка-то, а? Вы это видели? Какой пулемет есть у этих. Отлично пуляет, слушайте. Супер ханвей. Ракетами стреляет норка. Ой, много ракетчиков, сейчас можно захалявить СПЛ, давай-давай-давай. Один теряется. Второго потеряет. Так, здесь, кстати, минка. Лучше на фугас. И выживает, выживает СПЛ. Ай-яй-яй-яй-яй, прессанули. По центру забегает уже ангелок. Опасная ситуация. Снова подрыв. И добивает. Бычкуются течи. И снова бьет своим пулеметом СПЛ. Довольно мощный пулеметик все-таки, могу сказать. Видимо, у каждого, да? Да, у каждого надо это улучшать. Затратно это дело, но и больно бьет. Стратегический центр уже готов. Дозер потом отремонтировался. И дворец. Дворец делает ангел. Так, видимо, еще на захват планируют пойти. Но барака еще нету. Играет у нас СПЛ исключительно через оборону. Медик дрон. Не знаю, как он здесь. Хорошо ли лечит или плохо.
И уже по центру наступает Глашник. Очень дестрой включен. Вся армия уехала. Уберта Магав. В самый угол уезжает. Заманивает из поля тем самым на Тамагавку. Неплохо шмаляет. Пулеметики даже по танкам. Но все же сильнее танковые силы. На самом-то деле. Просто количеством задавил. Так, минусанулся единственный и последний дозер. Поэтому захвата все-таки не будет. Очень плохо. Минус ракетчик. Чинаки живы зато. Так, чё это СПЛ, что здесь? Дело фиговое. Пытается уйти. Нет, не дает ему. Ангел. Давит двоих. Рейнджеров. Что ж, больно, больно. 1800 есть у СПЛ, у Ангела тоже 1800. Но как-то у него дела-то получше. Баги уже готовы. Ух. Фигово дело. Так-то, по сути, баги должны быть дорогими. У Дема. Всегда у нас было такое правило. Но они здесь еще и с лычка ждаются. Ой, тут домик. Не, не бережет использовать свои юниты. Аж на домик лезет. И тем не менее, выкурил. Сила. Здесь апгрейдик взял. Он чинвах, смотрите, еще какой апгрейд, оказывается, есть. Плохо. Так, Джарман у нас наполовину ранен. Ой-о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 й! О, какой зал! Жесть! Как они летали. Как они летали. Ну все, лычкуй. Пилотник есть еще один, все. Все хорошо, все красиво. Так, еще какую-то технику выпускает СПЛ, если не ошибаюсь, тоже ракетная. По принципу, как баги, скорее всего, действует. Ага, мы не узнаем, как она действует. Вот этот же джипарь был. Не тем разведывать территорию СПЛ.
Страдает здесь сеть туннелей. О, минус 2000 аж. Больно. Даже никак не подобрать, так понимаю, да? Или есть какая-то все-таки техника? Ой, убер-танка убили, и убер-танка убили. Тем временем уже ангелок, смотрите, как развивается. Тут рынки уже вовсю строят. Командник. Повышение будет больно. Вряд ли справится. И на минке может наткнуться. Хотя есть. Есть дрон летающий. Ох ты! Так, пошли танчики. Да ладно, Джарман. Вертолетики сбивает. Жёстенько. Как далеко-то они бьют, а? Так, снова опасность надвигается. И вовремя здесь дрон. Вы посмотрите, а как. Прям в самый раз. Дрончик подбежал. Нехило. Есть какая-то чуйка все-таки у Спэля. Так, ну что он на этих танчиках не подключает? Там же они как-то могут портироваться вроде. Легко убивается дворец, посмотрите. 5 томагавков, это просто сила. И фальшивка едет. Ух. Так, готовится здесь барак. А, ну, видимо, будет деньги воровать и воровать. 6000 и 5000. Что он делает? Он может еще и мину закладывать, ну. Нехило. Диверсанту демон, ничего даже такой. Все могет. И да, с одним снарядом просто все разрывает. Дверь просто подрывников спамит. Ой, мимо! Вовремя пулемет готов. Ну все, спалился здесь уже ангелок. Последний томагавк остался, надо их еще бы поспамить. Но спамит он исключительно уже эти хамвеи. Экс своего пилота взял и бил.
Ой-ой, танк же едет. Но все, здесь использовать потеряет этот магаф свой. Обидно. Тут еще и норка приготовилась. Плохие дела, плохие-плохие. Вот еще и подрыв этот может быть. О, кстати, эти ребята могут захватить танчик этот наконец-таки. Минусует норку. Теперь есть где дышать. И с центра уже копает ресурс СПЛ. Ой-ой-ой. Что-то опасное надвигается. Они еще и по воздуху бьют. Ну, шикарно. Ой, воздушные минки. Живет. Стратегически-то жив. Со временем он будет ремонтироваться еще. Ну, лафа. Везет пока СПЛ, везет. Держится до последних сил. И решает уже наконец-таки в подрыв пойти. Буквально эти два здания подрываешь, все. Автовин. Не думаю, что сможет такой армии СПЛ что-либо сделать. Ну, по крайней мере, у него все-таки это действительно получалось. Так, должен видеть. Чинки же в центре копают. И не решается. Ангелок, пойти в подрыв. Засранцы мощные, посмотрите, а. Мобильный гатлинг прям. Эх. Здесь один чувак засел неправильно. Здесь тоже аналогично. Вот, подрыв произошел. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А че не туда-то? Ох. Такой шанс был у ангела. Командник, завод надо быстрее убивать. Потому что опасность именно отсюда и лезет. Бегаю, бегаю вот этим раненым-то. А-а-а. Сейчас сначала командник убит. Ничего, они как быстро рвут. Опа, 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 опа. Да ладно, сейчас СПЛ еще затащит. Да, минус командник. Зря что по военникам не бил. Все-таки в первую очередь. Один военный завод продает, но лучше уж добить, на самом деле, конечно, по возможности. Жестко. Вейник отстроился, и барак еще строится в таком месте прям. Непонятно.
Блин, тащит этот спойлер, посмотрите, а. Ангела было так много, вроде все у него хорошо было. Куда он все свои деньги вложил, непонятно. Так, ну если хорошо будет контролировать ангел, да, этого, наверное, не будет, потому что теряется. Все, больше техника никакая не вылезет. Завод заблокирован. И ангелок сдается. 1-0 в пользу СПЛ. Техника никакая не вылезет. Ну, к нам здесь и Ренак уже подключился. Так, а чего-то у меня чатик-то не работает. Странно, странно, ведь всегда работал. Пробуем сейчас на ютубе застримить все это дельце. Да, это у нас Шоквейв. Я богу недавно пробовал, нормально все с ютубиком было. Сейчас он что-то капризничает. Ладно, тогда так буду читать чатик на ютубе отдельно. Так, ждем Илью. Чуть не меняет карту ангелок. Ага, Summer Arena. Та самая карта. Все ее полюбили. Так, два глашника. Токсин и Гла. Снизу у нас спель. Ванильный Гла. Ну а сверху ангелок, токсин.
Ну смотри, спец, это на карту вообще скрипты-то толком не делал. А почему тут музыки тоже вроде нету? Хотя вроде была всегда. Так, пошел через центр с бараками, СПЛ. Нечто что-то необычное будет показывать. Отодвинулся рабочий. Очень далеко здесь забежал ангелок и молчит его раб. Нет, дальше бежит. Так, и вот начинается то, о чем я говорил опять. Успеет. Успел. Так, пропустил этот подрыв. И теряет еще. Попросту. Так, небольшой обломчик для СПЛ-ки. И возводит сразу же дворец. Ага. О, как отменил норку, просто подбежал своим рабочим. Бункерится здесь СПЛ. Уже все домики занял и в норке засел. Аналогичным образом поступает и ангел на соседнем островке счастья. Долго сейчас ждут ребятки, и все же пошло уничтожение. Снизу кидается раб, еще вот подрыв. И не всем он подорвал. Хотя троих бы и так не хватило. Уничтожается токсиновая течь. Норку бы отменить. Ох. Во, вот он, квад-герой. Меняется норка. И сверху вот. Токсиновые танки пошли в бой. И также и отступили. Так, ну все играют в два суплая чисто и больше ничего не обустраивают никак. Хотя можно бы, на самом-то деле. Ну уже пора что-нибудь такое сделать. Эх, рабочий-то теряется. Пытается добить этого танка. Но, да, добил. Мы пригодимся вам в бою. 1100 есть. Выходит бас. 200 у ангела. Как шмаляет по танкам, а хорошо. Ракетчики просто герои. Так, ну если хорошо контролить здесь, вообще можно без ранения даже сделать. Ох, наверх куда-то залез и теряется бас. Вот блин, а? То есть получается, ну жестко это было.
Так, тем временем в центре уже ангел построил supply. Копает ресы. Мне что-то, мне кажется, можно что-то сделать здесь. Странно, почему-то музыки нету. И пытается пойти в захват. А, как столбились-то танки, это халява для баса. Куда отведи? Теряется же. Не, не потерялся. Ладно, не отводи. Бейт сразу за правый фланг свой. Ангелок. Ну, вовремя, да, вышки так захватывают. Что ж, в большом плюсе уже СПЛ становится так вот резко. Захват и в supply еще вклался. Потому что у него ого, сколько денег, по сути. Снова токс трактора клепает. Видимо, хочет все домики здесь выкурить. Ну да, если лишиться с этого центра СПЛ, но здесь его лишить очень даже тяжело. Здесь только супероружие может легко разобраться со всем этим безобразием. А там здесь весьма неплохо засел СПЛ. Еще одну суплайку строит ангел. Жесткую добычу хочет делать. У нас уже везде СПЛ брос. И что, юзает исключительно баса, а? Как основную силу. 5000, даже уже 6. 6 и 2200 у ангела. Так, пошел в нападение ангел наконец-таки. Что-то делает. Еще и зачем-то токсинного трактора все-таки подключает. Ну а тем временем поливает его своими же токсинами. СПЛ. Опасная вылазка басами. Очень жалко, что они очень двое рядом находятся. О, еще один вылезает папашка и разруливает ситуацию. Ну, очень много потерь сделал здесь СПЛ. Можно было, конечно, получше все это сделать. Получше сыграть. Смотрите, никак не избавляется от этого токс-трактора уже. Надо бы. И вышки все не захватил. Это минус. Для ангела. Так, и наконец-то захват пошел. Одним, что ли, только?
Пытается отменить захват. Нет, не успел клад. Другим попробует. Отменил. Ух ты. Уничтожает склад. И можно сейчас этот танчик проскрапить. Все, он уже и так двухдульный стал. Куча рынков мы уже с вами видим. Завод что-то вообще не туда развернул. Как-то странно. Это все очень странно. Бас в роли защиты выступает. Ну и здесь уже Ангел тоже бункерится. Ну, теперь понемногу вытесняет СПЛ. Ангелочка. Вовремя вылез Ангелок и разносит СПЛ. Можно заново отремонтировать, да и вообще сюда по-хорошему на дракетчике засесть. Вы куда поехал-то? Самоубийца у нас Ангел. Просто дает багу одну. Смысл-то? Попер у нас ребелек. Снова захват. Надо уже давно это все-таки вышку захвата до захвата. Засесть ракетчиками. Ну, не тяжело же. Вон их сколько. Кстати, все это время суплай не работал, получается. Очень долго. Ой, ну подбивается сейчас норка и можем в домик за... А, нет, не подбивается. Все, добил. А рядом ребель есть, это, конечно, печаль. Приезжают клады, в принципе, и ребель минусуют. Мешает домик этим багам. Теряется клад. И второй тоже потеряю сейчас. Да. Обидно. Синовый гранатомёт какой-то есть. Даже не знал. 11 тысяч флота, 16 тысяч. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это жестко. Такие флоты иметь. Кто-нибудь сосчитает, сколько здесь рынков? Еще тем более строит. Их дофига, ну и здесь тоже штучек 6. Готов скат-шторм. А рынков практически нету.
Не дает тоже захватить. Так, повышение, повышение вроде бы как это. Сделались минки. Хотел Баса поймать. Он и сам поймался. Спокойно здесь проходят кваны. Вышку не уничтожает, но, видимо, хочет сам перехватить. Так, и сверху наступление четырех танков. То есть четырех квадов и двух ракетчиков. Слабенькие, слабенькие эти танки получаются. Так, снаряды сменились у баги. И слышим звук захвата. Перехватывает нефтевышку. Еще и суплай построил. Хо-хо-хо-хо-хо. Просто издевается СПЛ над своим оппонентом. Тут вообще надо уйму рынков делать. Ой, рынков говорим. Заводов, конечно же. Потому что не успевает спамить. 20 тысяч фулата. Получается все-таки защитить спелю данную позицию. О, все-таки скинулась. Скинулась эта грязь. Бывает рабочий. А, и здесь тоже теряется. И за счет этого еще баксы зарабатываются неплохо. Да, скоро увидим запуск Тангу, наверное. Я думаю, он это все-таки сделает. Скорее всего, куча рынков просто пойдет. Посмотрим, куда запуск. Ну, какое-то место выбирает все-таки. Дальше лучше здесь побольше рынков. Но тем не менее. Раз, два, три, четыре рынка, то есть уничтожено. Один подбит до туннеля, другой просто ранен. Опасно здесь, жаром ходит.
Ой, норочка же. Ну, елки-то палки. Минус Жарман. Не долетела токсиновая бомбочка. Сейчас один ракетчик все норки затащит. Просто молочуга. Нет, не затащит. Ну, забирай. Так, снова хочет в нападение пойти. Но здесь, конечно, красная зона уже. И есть хорошо. Нет, смотрите, все равно в нападение идет. Здесь же эффект. Страх, или как мы его можем назвать. Он закончился бы, он тогда бы и напал. Так, дропают еще и ракетчик с требелями. Но это недолго было дело. И просто слил здесь свою армию СПЛ. Но зато и справа решил сразу же напасть. Там и там действует. Просто убивает. Минус дворец спокойно уничтожается. С малыми потерями. Наверное, не стоит. Норки все-таки вылез. Посмотрим на мегафлуаты от СПЛ. 55 тысяч. Это жестко. Займусь по настроению. Нас разгромили. Что ж, 2-0. Гена с казаками перепутал. Кто его знает. Жалуется у нас спец, что не может видос посмотреть, кстати. А, ну там у нас после каждого перезапуска скоро ссылка меняется, это действительно обидно. Надо заходить, значит. То есть ссылку надо давать на мой профиль, получается, так? С этим ютубом одни проблемы. Но все же решил, ладно, разок попробовать. Что сейчас и делаю. Так, у нас игроки уже зашли, готовы. Ждем, значит, их. Там долго что-то ангел выбирает карту.
Волнуется у нас ангел за трансляцию, оказывается, тоже. Надеюсь, у тех, у кого лагал все-таки на ютубе более-менее, может как-то дайте мне знать. Эта инфа мне будет весьма полезной. Так, что-то у нас не хочет ангел выбирать карту. И наконец-то выбрали эту Flash Fire Balance Zetage версия 1 даже. Не 2, не 3, не B, не A, именно самую первую версию. Что ж, любопытно. Лазер и ядер. В правом верхнем углу у нас, значит, СПЛ расположился. Китайский ядерный генерал. Оранжевый цвет у него. Со вторым дозером уезжает. В принципе, китайцу нужно вперед всех центр этот занимать. Настоящая борьба должна быть за центр. Ангел у нас Юса Лазер. Розовый цвет. Заспавнился он у нас в нижнем левом углу. Так, дроп. Дозера. Давай. А, и дозера и ракетчиков. Как-то он не там стоял. И в центр еще и пошел сам ангел. Может, стоило бы тоже завод пульнуть, а? Против драконного танчика в первую очередь выпустить. Или что-то в этом роде. Так, дропается вместе с ракетчиками. И ничего, по барабану дозер просто давит все. Забавно. И не получается здесь у ангела ничего сделать. Фиго. Ой, ну очень поздний уже завод. И останется... В чинук. Единственный выход. Вот сюда за угол бы забежал. Здесь чинука. Но не сделал этого.
белок. Ну все, один барак, с одного барака заспавнить масс-пехоту. Это тяжело. Да, и сразу сдается. Ангел, вот и все. Очень быстрая последняя игра. И счет у нас 3-0 в пользу Эспеля.